сфер, но сама по себе, конечно, не является входным клеточным пространством, но на нем можно сделать. Ну вот, ну очень простое понятие. Допустим, что у нас есть пространство и в нем есть y. Тогда y, когда y называется
можно выбрать неподвижный по тибельке. То есть существует такое, давайте так. Значит, что нужно будет.
пиратство Z и отображение. Давайте я какой-нибудь обозначу xn. xn
это остров. Это
цилиндр. Это сфера ценная ядерная. У нас уже есть отображение, определенное на чем? Вот здесь сфера 5.1. Тут оно совпадает с композиции тут отображение совпадает с
чаще всего ее представить, когда n равна e. Финицкая. Thank you.
Фигарев. Следующее пространство. Фигарев. Все.
такое есть определение. И теорема теперь. Любая незаразная поверхность, любая незаразная поражение. которая определена где? Вот здесь.
конце. Вот такую гематоту конечно, сделали. Вот. А пара X, ну, X0. Это пара. Борсика, значит, давайте я лучше вот так пишу. Значит, эта вот гоматопия с ковной, она продолжается до гоматопии. Шар у нас есть отображение фи этого шара в X. Отображение. И мы уже знаем что? Что фи, если отображение фи ограничить пас первым, то мы попадем вот сюда. Нет, неправильно говорю, тут еще нет. Попадем сюда. У нас картина, значит, вот у нас вот это вот наш крик какой-то. Здесь клетка наша. Вот так и бьет шар, и так бьет
Резко. Ну, наше транспорт.
следует вот такого на самом деле ждать, что от турецов не покроют все. Тогда мы можем взять и вытолкнуть все, что паров. Сюда. Пьем и крайне пиццу. Вот. Вот и все. Так оно строится. Строится такой же. Ну и вот таким образом спуск. Вниз по ку мы строим, значит, такое же из один выбери. Строим такой же, что что же на сфере совпадает с тем, что было. Да, я забыл тут еще сказать, что уже мотор так. Это мотор сам. И пигматопия вот этой отображения на крайней пиццу поставить. Вот. Строим такое же. Вот мотопная на границе, что же Д пятого, что же АД, ну как из первого, оно попадает в Y. Вот, ну как из первого. Вот и строим. Сначала вытягиваем образ отображения G из самой каши и клетки и так далее. Сколько мы можем. Вот. Но беда в этом рассуждении здесь. Допустим, что там. Сейчас мы будем бороться. Вот. Ну, утверждение. Так. Что же у нас здесь есть? Уже. У нас есть ну, комплекс какой-то. Что L вот
сферы уже лежала в этом выгреб. Это было дано и была взята какая-то хлеб. Thank you.
Теперь, что такое вообще преангуляция? Преангуляция — это распиление на 70, такое, что любые два симплекса, пересекаются по краю. А симплекс — это что такое? Треугольник. А кто знает? Ну, треугольник, в общем, да. Покажите. Покупка миоморфа на диску. Действительно, у миоморфа не так можно. Вот, ну симплексы, кстати, что такое? Ну, вы знаете? Или не знаете? Что? N+1 точка, N плюс 1 точка, да. В одномерном пространстве. И что? Не лежащая ни в какой одной плоскости. Хорошо, вот есть такая штука. Она нам удобна здесь, но чем? Тем, что куб мы можем преангулировать. А шар не сможем. Вот. Хорошо. Тогда утверждение. Вот первое. Давайте мы вот у нас есть клетка. А то есть секрет здесь не криволинейный. Не криволинейный, нет. Мы считаем, что наш куб, он лежит уже в этом акционе. Все по-честному, здесь не все писают, но все нормально. Так, давайте мы будем считать, что клетка АКУ, она опять же попала в вся, вроде бы, живет в этом месте. Как будем считать? Это просто шар радиуса 1. Ну, хорошо. Как мы считаем? Вот, хорошо. Тогда утверждение. Отыщется такая. Да. Да, хорошо. Давайте я обозначу через D1, D2, D3, D4. Зачем-то D4 мне здесь понадобится. Это вложено в АКУ. А триангуляция — это не больше, чем конечная, или не больше, чем четная? Это конечная, но у меня вообще все конечное, да. Спасибо. Да, конечно. У меня все конечно. Совершенно конечно. Все хорошо. Значит, я обозначу через D1, D2, D3, D4 шары радиусов. Шары радиусов.
Конечная жизнь радуется. Мать опять, вещь опять, вещь опять. Одна, извините, вот одна на пятая идет. Одна на пятая, две пятая, три пятая. Шары радуются вот таких, но и сад для нуля. Утверждение такое, что утверждение отличится такое. Делать такие
теперь смотрите, теперь мы возьмем и изменим, сначала возьмем и изменим отображение F на другое отображение вот на этих самых, построим отображение FA из T вафу нашему клетку. Ну как? Это такое единственное отображение, которое совпадает с нашим отображением F. И такое единственное у нас афинное отображение, которое совпадает подающее с F на вершинах. Yeah.
шар ДПО, вот этот шар, он выпуклый. Поэтому в процессе этой гуматотопии мы все время остаемся к нем. Такая гуматотопия. Вот такая гуматотопия. А теперь мы берем и прямо шиваем отображение. Мы отделяем отображение F вот это вот от X. Да. Мы здесь будем вот формула. Это будет старое отображение U, старое отображение F, если мы не попали в шар, допустим, если F от X не попадала в такой шар. Здесь она просто старая. Оно совпадает с отображением FA, если мы определили, значит, уже для тех точек, что мы попадали в D2, уже стал таким, для тех, что не попадали в D3, оно старое. Теперь остаются точки какие? Тут остаются такие точки, если f от x не попал сюда, остаются такие точки, и для них мы их сшиваем с помощью вот этой вот штуки, гуматотопии вот этой. Тут нужно написать что-то страшное. 3 минус 5 на модуль от этой фиксации. Вот и все. Формула. Это вам страшно, значит, для вас упражнение понять, что это и впрямь отображение непрерывно. Mm-hmm.
рассмотрим все те симплексы триангуляции, образ V1, V1. Рассмотрим все те симплексы триангуляции, которые его содержат. То есть мы теперь рассматриваем все симплексы. Дельта, такие, что F сама от дельта, D1, вот так не можно. Что тогда? Тогда я утверждаю, что на этих симплексах вот так вот сломать стало кофейно. Но из-за чего? Ну, из-за того, что мы на самом деле это здесь было сделано специально. Что мы увидим? Сейчас я доказываю, что мы не покрыли все D1. Так, ну, утверждение, что есть такое Z, D1. D1 есть такой Z, что что F с волной от всего нашего диска даже. Почему так? Потому что образ от нашего диска, ну, он же куб у нас сейчас, потому что все то, что пересекается с D1, состоит из симплексов. Так. Содержится в объединении конечного числа симплексов нашей клетки АКУ, она такая вот, чем K+2. Вам остается доказать, что если мы бросим в пространство ТРФ, значит, что остается доказать?
остается сказать следующее, что объединение
Почему там дети надо будет изменить?
Thank you.
бесконечный холм море. Он хороший холм, если кто-то садует на что-то хорошую пробку, или же становится не кредит на каком-то случае. И готов был бы сказать, а для кого-то Я не знаю, что ты делаешь, что ты делаешь.
вот, вот, вот.